Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня я предлагаю поговорить о том, как израильтяне придумали себе государственный язык. Как известно, государственным языком Израиля является иврит. И только иврит, несмотря на то, что в этой стране проживает также многочисленное арабское население. В принципе, как таковой иврит возник довольно давно, и из других семитских языков он выделился где-то в 13-7 веках до нашей эры. В конце концов, на нем Ветхий Завет написан. Однако вот такая штука. До того, как в середине 20 века был возрожден Израиль, евреи были расселены по миру в самых разных местах. Да и сейчас они точно где только не живут. И очень часто эти многочисленные общины говорили на языках тех стран, где они проживали, либо придумывали свой жаргон, диалект, язык на основе языков тех народов, среди которых жили. К примеру, евреи Ашкеназа говорили и говорят на так называемом идише. Этот язык возник на основе одного из немецких диалектов с небольшим количеством слов из иврита и даже из славянских языков. А, например, евреи сефарды из Испании и Португалии придумали себе язык ладино, созданный на основе испанского. Его еще называют джудезмо. На постоянное место жительства в Святую Землю евреи начали возвращаться в больших количествах в конце 19-го, начале 20-го веков. И уже тогда возникли проблемы, на каком языке преподавать еврейским детям, на каком вести документооборот, юридические дела, что делать с специфическими медицинскими и техническими терминами. Ведь все эти евреи откуда только не приехали. Сами они говорили на немецком, польском, русском, идише, ладино, английском, французском, ну и так далее. А на иврите-то вот как раз говорили не все. Обычно им владели только те евреи, деятельность которых была связана с религией, или просто ортодоксальные иудеи. К тому же беда была в том, что говорили все эти знающие иврит люди на древнееврейском языке, в котором не было современных терминов и слов типа автомобиль, дирижабль, лингвистика, идеология, революция и так далее. Однако логично было прийти к выводу, говорить надо на одном языке, желательно на языке предков. Так возник лозунг «Еврей, говори на иврите». Но легко сказать «говори», его же еще выучить надо. Да к тому же, что делать с теми словами, которых в старом иврите не было? Пришлось их придумывать, используя те слова, которые уже были в древнем языке. Например, слово «компьютер» на современном иврите дословно означает «вычислитель». А другие слова пришлось переосмыслить, дать им немного иное значение. К примеру, словом «анива» называется «древний бант», а сейчас называют «галстук». Кроме того, правительство поощряло смену имен на более еврейские. Сейчас уже мало кто помнит, что премьер-министра Израиля Голду Мейер вообще-то изначально звали Голда Моисеевна Мейерсон в девичестве Мабович, ведь она родилась в Киеве. А Давида Бен-Гуриона звали Давид Йосиф Грин. Он родом из польского города Плоцка. А Моше Шарет – это урожденный Моисей Яковлевич Черток, родился в белорусском городе Пинске. Как видите, наши люди везде, особенно в Израиле. Так что вот такая вот история у возникновения государственного еврейского языка, израильского языка. Если понравилось, вам ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, колокольчик не забываем нажимать, чтобы приходили уведомления о свежих выпусках, и обязательно в комментариях пишите ваше мнение по данной теме. До новых встреч!